Два дня, 13 и 14 июня, в Чебоксарах действовал особый правовой режим. Оперативный штаб по противодействию терроризму проводил учения. С 13 по 14 июня оперативным штабом в Чувашской республике под руководством начальника УФСБ генерал-майора Игоря Кобыляченко проведен завершающий этап антитеррористического учения по пресечению условного террористического акта на объекте водного транспорта. По замыслу учения на территорию республики проникли участники террористической организации, намереваясь совершить серию терактов. В ходе проведения поисковых мероприятий установлены подозрительные лица, которые при попытке проверки документов захватили заложников и удерживали их в административном здании речного порта. Другая группа вооруженных террористов, скрывавшаяся в лесном массиве, планировала террористические акты в городе Чебоксары. В сложившейся обстановке штабом принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима. В рамках учебной КТО реализованы меры по обеспечению безопасности жителей города. Спланирован и проведен комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению условных террористических актов, нейтрализации бандитов и освобождению заложников. Действия подразделений министерств и ведомств, участвовавших в учении, получили положительную оценку руководства. Поставленные цели мероприятия достигнуты.